Всем привет, и вы на канале Мистер Ретро Мобилдон. И сегодня будет обзор на телефон Estel. Модель S101, телефон 2013 года выпуска. В телефоне есть разговорный динамик, дисплей, клавиатура. Снизу у нас микрофон, возьмем под зарядку. И то, что за резкость плохая. Сейчас и возьмем под наушники. Здесь у нас ничего, сверху лишь кнопка и фонарик. Здесь у нас ничего, сзади у нас камера есть без вспышки и музыкальный динамик. Телефон поддерживает две сим-карты стандартного образца и слотные карты памяти microSD до 32 гигабайт. Вставляем аккумулятор и включаем телефон. Вот этот телефон, это самая лучшая модель была. В 2013 году такой моделью пользовались даже все люди. Так, вот телефончик загружается. Так, не надо ничего устанавливать. Заходим в меню телефона. Первые вызовы, пропущенные вызовы, набранные, принятые, отклоненные, удалить все, счетчики вызова, GPS-счетчик. Мультимедиа, камера, видеокамера, изображение, аудио, видео, FM-радио, диктофон. Имена, это чужие контакты, это надо почистить. То есть здесь и все, и можно группами добавлять. Профили. Норм, без звука, совещание, помещение на улице, гарнитура, Bluetooth, профили 1, профили 2, профили 3, профили... Так, это дальше все пусто. Сообщение. Написать входящее 9020 или 920. Исходящие черновики, отправленные защищенные шаблоны, сетевое сообщение, служба голосовой почты. Инструменты. Интернет, календарь, будильник, калькулятор, мировое время, электронная книга, Bluetooth, фонарик. Установки. Время и дата, настройки языка, настройки. Сейчас, ребят, по-моему, в нем аккумулятор сел. Сейчас я поставлю на паузу и поменяю аккумулятор. Ну все, аккумулятор я поменял. Так, настройки телефона. Время и дата, настройки языка, настройки дисплея, настройки вызова, безопасность, настройки клавиш быстрого доступа, автомат вкл-выкл, восстановить настройки. Игры, сокобан, мои файлы, список файлов, ставьте карту памяти. Ну и все. Вот такой был краткий обзор на телефон Estel S101. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишем комментарии. Ну и все. Всем пока-пока. До новых видео и обзоров.